Все, всем привет, ребята! Сегодня я буду одновременно и делать домашку, и как бы проводить для вас эксперимент. Тут мне понадобится картошка, кукуруза, макароны. В общем, я прочитал в интернете продукты, которые содержат высший состав крахмала. В одну сторону я буду капать, в другую вводить. И получается, для этого понадобится йод и вода. Если оно посинеет, то там есть крахмал. Но я специально посмотрел, что есть крахмал. Типа я хотел посмотреть, посинеет ли. А мой друг Глеб, вы все его знаете, он позаимствовал у меня идеи. Но ничего. Так, водицы. Так не годится. Все, кола. Получилось кола. Наверное, в первую я воткну сторону. Блин, продавить бы. Вон, влилась чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Нифига себе. Постой. Тихо. Работать надо аккуратнее. Ну ладно. Так. Что дальше будем делать? Наверное, кукурузу. Я чуть-чуть в этот раз. Ой, блин, на опыте, блин. Называется. И на другой капну. И махарошки. Как мне их жаль. Вы попали под эксперимент. Ой, блин. О, у нее уже вон синеет рядом. У макарошков быстрое действие, а вот у кукурузы с картошкой нифига не быстрое действие. И, наверное, вот в эту макаронинку я еще введу. Ну и вот в эту, наверное, ну. Слушай, у них быстрое действие. Вот у них коричневый вот этот яд превращается сразу в синее. А у кукурузы оно как бы почти остается черным. У них прям синие стоят. Ладно, капнуть забыл. Давай жидкость. О! Капец. Капец. Капай сюда. Так, дальше что? Ну, теперь ждать. Я сам сделаю так, чтобы монтаж был. А йод куда девать? Выкопать. Сюда? Да?